Запрета на использование криптовалют в Индонезии нет, но правительственное предостережение есть. Банк Индонезии озаботился потенциальной ролью криптовалют в отмывании денег и финансировании терроризма, предложив гражданам отказаться от использования криптовалют. Полномочный представитель Банка Индонезии Гусман Зайнал заявил, что криптовалюта не является легальным средством обмена. «Мы напоминаем о ее рисках. Когда риски возникают, потери несет общественность. Мы обязаны предостерегать потребителей и защищать их от надувательства».